когда я выбираю топ-менеджеров, я стараюсь ответить для себя на самый главный вопрос, является ли этот человек сейчас или потенциально носителем самых высоких стандартов в этой стране, что он может в топ-10 попасть. Skyeng очень сильная команда, если честно, мне не сильно важно, заработаю я X или 3X денег, но гораздо важнее создать что-то значимое, а с ними создать значимое гораздо вероятнее.